никто, кроме нас самих, нам не поможет. Стать плечом к плечу за наши права, за правду, справедливость. Нарушение всех международных прав выкрали на территории Москвы прямо посредине бела дня. Все это Игорь сказал во время суда, и что же ему в ответ? Что это не важно, это не имеет никакого значения. Я, в свою очередь, сделал несколько быстрых шагов в сторону. Я, оглянувшись, заметил, что Игоря уже валят на землю. Ребята, свидетели, все отказывались от своих показаний и рассказывали, какое давление на них оказывали правоохранительные органы. Что мне спецназовец сказал, когда я шла вот сюда на суд несколько дней назад. Он мне говорит, попалась бы ты мне, я знаю, что бы с тобой сделал. Это 20 лет хлопцу, это мне пенсионерке такое говорить. А кто бы сомневался, сейчас уже никто у нас в Беларуси не сомневается, что они с беззащитными людьми сделают все, что хотят. Почему я подписал эти открытки, почему у меня душа болит по поводу судьбы вот всех замечательных ребят, которых сейчас пытается сокрушить система. Потому что мне система не нравится, раз. Во-вторых, мне нравятся люди, имеющие внутреннюю свободу. Но эти ребята имеют главное. Потому что, конечно, свобода – это очень важная вещь для человека. Как написал Сартр в свое время, каждый человек осужден быть свободным. Не бывает суверенной свободы или свободы по образцу Лукашенко. Свобода или есть, или ее нет. Это испытание. И испытание очень большое. С одной стороны, конечно, вот эта беда, которая пришла в нашу семью, она затронула всех и прошла прямо как трактор, раздавила всех. Но с другой стороны, я увидела, вот сколько хороших людей вокруг. И у меня открылись глаза на свою страну.